Так, и вот мы ожидаем немного осадков. А вообще черное все. Грозы еще нету. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Рекомендуем. Ставим колокольчики. Чтоб ничего не пропустить. Всем добрый вечер. До встречи. До новых выпусков. Ставим лайки. Это придется вырезать. Значит, запихать. Все. Так, начинается очень сильный дождь. Доброе утречко. В общем, начинается с кофеечка. Сегодня приведу порядок эту крышу. Надо подсиликонить. В некоторых местах есть просвет и капает дождь. Ну, точнее, вода капает. Поэтому надо будет привести в порядок. Тут типа обеденный стол. И чтоб на обеде, когда идет дождь, можно было спокойно делать прием пищи. А море находится вот здесь. Сейчас попробую. Поверну камеру и покажу. И вот вдали мы можем видеть море. Вот такой тут вид.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Так, и вот поднимается груз. Надо будет отойти в сторону. Надо отходить. Техника. Чего? Да? Муса, савили гуми шам. Борецпа. Немножечко трабл. Ну, бывает. А, он выше может не поднять. Крутануть надо. Ютуб. Все, зайдет, зайдет. Так, вот такая вот у нас работа. Меняем вибростол, который отделяет грубую фракцию от воды с этих резервуаров. Тут недалеко море, фонтанчик работает. Вот Вадим привет передает. Так, так, так. И мы здесь трудимся. Что, немного подвинуть туда, ближе к тому? Сколько? Хватит? Еще чуть-чуть? Опускать? А что турить, типа? Опускаю, да? А. Вовка, опускай потихоньку! Йоп. Так, так, вот идет стыковочка. Вовка, еще туда! Опасность, опасность. Немножечко оп. Отойдем. Все, 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 все. Теперь вниз. Момент стыковки. Все, готово. Так, а вот на работе, где есть райское место. Здесь тишина такая. Дерево такое. И не слышно, что шумят эти машины. Ну, сильно не слышно, более-менее спокойно. Все, хорошо, иду дальше трудиться. Вот здесь вот хотят сделать стоянку для великов. Но это будет в следующих видео. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, а я иду дальше трудиться.